друзья, всем привет, всем доброе утро. Начало декабря, ближайшее Подмосковье. Не усидел, вчера увидел уже на наших, так сказать, деревенских прудах первых рыбачков. И сегодня с утра ноги понесли на рыбалочку. Как вы все знаете, Москву, Подмосковье, в общем сказать, пол России погода побаловала уже несколько дней нас небольшими морозцами до минус 10 градусов. Лед окреп. Так что идем открывать зимний сезон. Пойдемте с нами. На пруду у нас уже присутствуют рыбачки. Вот я вижу уже 6 человек на пруду. Знакомые ребята. Вон, кажется, Александр Васильевич сидит. Спускаемся на лед. Вроде не трещит. Мои 110 держат хорошо. Так, ребята знакомые. Там Васильевич. Показывает мне, что надо идти к плотине к противоположной. Здорово, летчик! Звуку лавочку. Привет рыбакам! Какой все камеры купил. Привет. Вот кому? Кому привет. Мне, привет. Мне там рыбы нет. А где? Там есть? Там нет. Давление. Ну идем туда. Сейчас Васильевич подойду, поздороваюсь. Привет, Александр Васильевич. Ты, я вижу, уже обрыбился. Кого поймал? А, бычка? Ворону тащили. Ну, так окунек уже первый есть. Идет толстый. Я иду, вроде не трещит. Первый окунь. Померим толщину льда по ложке. Ложка упрется вот этим вот краем в кромку льда. Так. Так, друзья, лед. Вот такой вот. Ну, примерно сколько? Сантиметров 10-12. Ну, 10 точно есть. Идем к плотине. Ленчик, местный рыболовный эксперт, сказал, там сегодня будет клевать. Идем туда. Лед хороший, двоих-троих держит свободно. Даже четверых не трещит ничего. Не знаю, как на среднем пруде. Мы находимся сейчас на самом нижнем. У нас каскад из трех прудов. Но вы сегодня уже обрыбились? Конечно. Вон у Ленчика две. Одна крупная плотва и один не очень крупный. Или вы поближе к магазину просто? Или здесь точно лучше клюет? У нас с собой все есть. Вся прикормка у нас есть. Понятно, понятно, понятно с вами. Клюет. Клюет, но рыба есть. Так, а ты чем занят? Термика еще. Чернобыличка? Один желтый упался, термика. Да, желтый, то есть не пойдет? Нет, почему, идет нормально. Нормально идет? Уже просверлил 1,5 десятка лунок. По рыбе не очень. Вот такая вот матросня. Опа. Thank you.
хорошая поклевка. Нет, видимо, окунек накололся и ушел. Потому что поклевочка была хорошая. Я почувствовал рыбку. Но сход. О, кто-то интересуется. Так, мотыль на месте. Кто-то поинтересовался, но не у дна. Может быть, плотвичка мелкая. Хотя, друзья, тут окунек ловится мелкий. Мелкий окунек плотвичка. Вот. Летом ловится карась, карп иногда попадается. Ну и, соответственно, есть щука. Вот такая вот еще одна кошкина радость. Так. Ух ты, еще поклевочка. Оп. Мелкий. Мелкий долбит и долбит. А, вот он. А, вот плотвичка. Кошкина радость. Живцовый вариант. Еще один брат попался. Барсик будет точно сегодня рад. Так. Садим одного мотылика колечком. Так. И продолжим. Друзья, с одной лунки получается поймать 2-3 рыбки, 4 и свяжем новую лунку. Так. Не клюет, надо новую луночку сверлить. Вот луночка, не успел заснять поклевочку. Новая луночка. Сразу окунек. Правда, поменял удочку. Поставил вот такую мормышечку. Друзья, попробовал в нескольких местах заглянуть камерой под лед. Ну, честно говоря, наверное, только в четвертой части лунок присутствуют единичные экземпляры рыбки. То есть это мелкий окунь и плотвичка. В остальных местах рыбы нет. Рыбку надо искать. Вся рыбка трудовая. Ну что, дорогие друзья, время близится к часу дня. Да и подмерз, честно говоря, немножко. Оделся я сегодня легко, так как планировал выйти на лед всего лишь на несколько часов. Рыбалкой, открытием сезона я остался доволен. Хоть рыбка и небольшая, но все равно в руках я ее подержал. Кот местный Васька будет, я думаю, очень доволен. Сейчас я буду потихонечку собираться домой. Благо мне здесь до дома пройти 200 метров. Вот такие вот небольшие рыбки. Правда, здесь вот вороны уже две штуки, я видел, утащили. Вот. И еще вот там на нескольких лунках, у меня там сейчас еще пойду соберу этих мелких рыбешек. Ну и, собственно говоря, пойду домой. Сезон открыт. Впереди нас ждет уже большая вода. Я думаю, что к следующим выходным уже замерзнут заливы на водохранилищах. Ну что, друзья, до встречи.
Всем ни хвоста, ни чешуи. Увидимся на рыбалке. Всем пока.